Возникла необходимость сделать гитарную стойку для вот такого страта. С металлом ковыряться зимой не хотелось, с деревом как-то тоже на улице, и у меня возникла мысль, а не сделать ли гитарную стойку из полипропиленовых труб. На этом варианте я и остановился. Делать решил из 25-го полипропилена. Для этого были приобретены тройники в количестве 6 штук, 5 углов 90 градусов, 2 заглушки, 2 метра трубы диаметром 25 и кусочек мягкого утеплителя для труб на каучуковой основе. Резиноподобный, очень мягкий, черного цвета. Ну вот и все, приступаю к изготовлению, а позже покажу саму конструкцию и размеры. Отрезаю 2 одинаковых кусочка трубы длиной 17 сантиметров. Далее свариваю угол 90 градусов и тройник под прямым углом. Вот так, сюда я уже впаял кусочек. Смотрю, чтобы было ровно со всех сторон. Пока горячий, можно выровнять. Делаю вторую такую же аналогичную деталь. Теперь, когда сварены уголки и тройники, этот кусочек длиной 17 сантиметров, я соединяю вот эти две детали. Также смотрю за ровностью соединения. Надписи можно опустить вниз, чтобы их не стирать. И выравниваю на плоскости. Необходимо, чтобы между центрами тройников было 20 сантиметров. Ко второму кусочку трубы длиной 17 сантиметров также привариваю 2 тройничка. В итоге получается вот такая вот заготовочка, деталька. Теперь необходимо отрезать еще 2 кусочка трубы длиной 22 сантиметра. Готово. Следующий этап. Необходимо отрезать 2 кусочка длиной 19 сантиметров от трубного утеплителя. Теперь необходимо сварить вот эту рамку целиком, для чего сначала необходимо одеть утеплитель и вварить. С любого можно начинать, можно с нижнего, можно с верхнего. Вот таким вот образом. Чтобы было удобно, можно его сдвигать, а потом он раздвинется и будет вплотную. Итак, получилась вот такая вот рамка с мягкими опорами под гитару. Теперь необходимо сделать вертикальную стойку. Для этого здесь в нижней части необходимо произвести вырез кусочка трубы для варки вертикально вот так расположенного тройника для вертикальной стойки. Потребовалось вырезать 3 сантиметра, отступая от центра, чтобы вварить еще один тройник. Вот такая рамка, промежуточный результат. Теперь необходимо сюда вварить вертикальную стойку и держатель грифа. Держатель грифа можно делать как из 25-й арматуры, так и из 20-й. Вот такая конструкция держателя грифа получилась. Вилочка такая. Кстати, ширину можно регулировать, заузить ее немножко, использовав вот такие углы. Они имеют здесь меньшую длину, соответственно, мы можем уменьшить ширину. Также можно немножко опилить тройник с двух сторон, примерно по 5 мм. Тем самым сузить ширину вилки. Для большей эстетики и для большего комфорта я одеваю этот утеплитель. Еще один разрезной поставлю сюда, повешу. Теперь, значит, необходимо приварить заглушки для того, чтобы это было красиво и закончено выглядело. И держатель уже приварить к стойке, к вертикальной.
Методом замеров по гитаре определил, что высота стойки мне нужна 64 сантиметра. Это касаемо гитары типа Stratocaster. Считаю, что эта длина оптимальная. Приварил вертикальную стойку. Остался держатель грифа. Такая получилась стоечка своими руками. По деньгам она мне вышла примерно 400 рублей. Считаю, что полипропилен достаточно хороший материал для исполнения гитарной стойки. Не требуется покраски, хотя по желанию можно и покрасить. Не ржавеет, легко варится, паяется. По цветам тут мне, в принципе, все гармонирует. Стойка черная с белым и гитара черная с белым. Гриф входит хорошо в держатель. Вот так это выглядит без гитары. Очень легкая. Ну, при желании можно прикрепить к полу. Припаять сюда еще ответные какие-нибудь уголочки. И с креплениями к полу уже. Но это если она будет использоваться стационарно. А так ее можно всегда с собой взять и поставить, куда есть необходимость. Расстояние выбирал, чтобы было удобно брать гитару, высоту стойки. Ну, в общем, я думаю, концепция, конструкция из видео понятна. Всем добра!